Я Уолтер Морленд. Занимаюсь поиском затонувших кораблей. У меня к тебе предложение. Я хочу, чтобы ты помог мне ограбить один из самых надежных банков в мире. И зачем мне соглашаться? Потому что я не просто ищу решение проблемы. Я не знаю ее суть. Добро пожаловать. Привет. Здорово. Банк Испании – одно из самых неприступных зданий на планете. Через дорогу – генштаб испанской армии. И вдобавок, это Густаво Медина, начальник службы безопасности. Как попасть внутрь? Во время матча Испании на чемпионате мира все камеры вокруг банка будут направлены на толпу болельщиков. Значит, все зависит от этого матча. Да. Вчера ты был студентом. Сегодня ты мозг уникального ограбления. Завтра ты преступник. Ты уверен, что готов? А ты? Мы тебя не защитим. Что тобой движет? Преданность. Кому? Что в этих сундуках? Без понятия. Они окружены. Вперед! Что они делают? Не знаю. Это конец. Нет. Код один. Повторяю, код один. Время пришло. Да! Yes. Comienza la final! Comienza el partido de nuestra vida! Подождите. Если это то, о чем я думаю, то оно стоит не 20 миллионов, а гораздо больше.